Я рад приветствовать приверженцев зла на канале Дамаку. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Dungeons, вторую часть. Как вы помните, мы разгромили волны зла, о, точнее добра. Ну, для нас они зло, для них добро. И теперь мы идем в наступление, контратака. Один лагерь мы разнесли, осталось еще три штуки. Расковыряем их, как бог черепаху просто, растеребоним. Давайте посмотрим, что тут можно сделать. Я бы что-нибудь прокачал, вы знаете, такое что-то очень крайне клевое. Но тут вроде что-то качается. Так, это как тебя зовут, чувак? Как твое имя, рядовой? Орунджулу. Ладно, я не буду запоминать даже. Сколько нам места надо? Давайте еще, надо еще выучить место. День зарплаты. 10 тысяч у нас денег. Отлично, просто наши добывают, это тоже хорошо. Может быть, здесь что-то есть еще. Давайте посмотрим в этой комнате. Тут тоже наверняка какая-нибудь комнатюшечка есть. Вот тут тоже прогребем, пророем. А нашими чувачками, нашими бичушечками. И погнали, погнали наверх. Я возьму раз, возьму два, возьму три. Возьмем пару орков. Одного даже я заберу, наверное. Это кто такой? Тогук. Это вот получается третий новый уровень, да, вот как этих вот, орков, да? Вот такой вот, страшный. Как вот этот Тунгугук. Они, видать, очень сильные, ребята, очень сильные. Давайте-ка мы возьмем двух. Возьмем сразу с собой двух хиллеров. В подземелье вошли враги. И погнали. Кто там? Кто там? Это какие-то снусмумрики. Убить! Тут вот хила, конечно, кидать самого пекла. Вау-вау-вау. Не успели. Отхиливаем быстро в кровать. Где? Отдыхай. Троллямбы. Ну, тролли вообще шикарные. Просто шикардос. Пипец. Им бы вот изучить, конечно, эту способность в раз метания. Это было бы вообще шикарно. Только я вот что-то не могу понять, где ее изучать. Потому что вот здесь вроде я не нашел в кузнице-то талантов. Может быть, специально вот в улучшении троллей там есть? А, вот, да, закапывание. Стэнли раздумывал, не лучше ли вернуться. Блин, я отказал сейчас от той, да? Перепутал сценарий. А, во-во, смотрите, она остается на паузе. Все нормально, извините. Так, мы сейчас всех вот этих забираем. Ребятки, мы вас с собой берем. И мне нужен еще один хил. Ой, не то. Иди отдыхай. Ты то. Я думаю, сюда пойдем. А знаете, почему сюда? Потому что с той стороны уже шли воины. Значит, пойдут с этой. Мы сейчас их... Мы, как говорится, сумеем предотвратить их атаку. Контрол один. Так, три таких, два таких, один тролль и один хил. А где еще один хил? Почему я еще... Один же должен быть, еще хил. Дамочка, а почему отлыниваете? Вот видите, пошла орда. Вперед! Честь и слава. Просто. Кто-то был там, я что-то не заметил. Разнести! Ба-ба-ба-ба-бам! Ламину просто. Вперед! Своей несдержанной атакой. Во-во-во! Не, вначале вот этого козла мочите, вот этого козла. А, блин, двоих убили! Черт, у меня двоих убили! Мне двоих хилов завалили. И одного этого убили, нифига, даже этого шатали. Это так вот эти вот кокоша так сильно вот... Ассасинки вот эти, что ли? Разлите вот эту вот тварь.
Фига себе, меня просто раздамажили. Но они сейчас там воскресятся, я так понимаю. Мне-то не страшно. Так, а так кто стреляет? Да что там за пушки такие? Вот и крестьяне тут на нас нападают. Да вот я на пушка, прям видно же. Эй, иди, иди, иди в пень. Так, смотрим. Значит, получается, главный замок их. Ну, не главный, а один из... 20 лет разделяют смертельные чумные земли и неприятно расфуфыренные чудные земли. Чего можно добиться лишь баночкой краски. Расфуфыренные. Согласен полностью. Как вам зайти-то, ё-моё? Вас тут обходить надо по 500 тысяч километров. Ну-ка, дай-ка я зайду. Разорву-ка вам дуду. Уничтожить эти катапульты. Разрушай. Пора платить за плату. Пипец, они умерли опять. Вы на кого там напали-то, что вы умерли опять? Они только появились, и они умерли. Нет, вот этих вот включи мне. Где там они? 4 воина у меня осталось. Так. А кто? А, вон оно что. Вон оно что, Михалыч. Так надо телепортироваться. Лечимся. Ну разнесли там часть, разнесли. Что? Подземелье, враги. Наказали, как говорится. Малость. Потом прорвемся вот в эту сторону, пойдем надаем по сусалам. Тут-то мы нормально, смотрите, справились. А, кстати, катапульта мы что, не развалили, что ли? Может, вроде ее развалили. Кто там что стреляет? В вашем подземелье враги. Так, в моем подземелье враги, говорите. Возьмем вот этих. Правильно разрывать эту пупырочку, мы порвите. Так, давайте посмотрим. Там, я так понимаю, что я могу развить еще бойцов. То есть это тоже может быть еще лучше. Прежде чумные земли были уютным пристанищем для умертвий. Однако после падения абсолютного зла это место захватила шайка, известная как Алый Крестовый Поход. Они превратили чумные земли в чудные земли. Они даже сняли об этом фильм. Очень грустную картину под названием «Жизнь после смерти прекрасна». Очень грустная картина. Так, не трогайте моих, только мелочь мою. Они вам ничего не сделали. Они же маленькие, бедненькие. Опасненькие. Так, а этот вообще труп, да, у меня? Прости же, дружище, что тебя вытянул. Я его просто тасканул случайно. Иди отдыхай. Так, ну мы их разломали.
Не, нам сейчас надо отхилиться, сейчас наши все разойдутся, отхилиться, и мы потом пойдем опять новой армией. Мне бы хотелось бы еще немножечко потренировать, но я так понимаю, что это будет сделать очень сложно. А нет, в принципе, мне 40 еще до 40, у меня 4 ячейки есть. Где у меня мана? Я что-то теряюсь. Где мана? А вон она, ключом обозначена, да? Еще сделаем. Здесь денег у меня 9000. Я бы нанял бы уже себе еще тролля. Подземелье вошли враги. Тролля-работягу. 39, посмотрите. Дорого стоит тролль-то. Вот, и здесь поставить, естественно, еще одну печь. И улучшить на ней что-нибудь. Так, нет, вот это вот. Закапывание улучшать. Сколько тут у меня? Кто у меня из братюнь-то вообще нормальный? Нормальный, нормальный, нормальный. Со спины нападаем. Тролямба. Нападаем. Тролямба, нападаем. И нужны хилы. Правильно там по морда самым тролль, да? Троллямбу хиль! Царили гармония и единение. Здесь не было конфликтов, ведь умертвие не враждуют между собой. Здесь не было нужды, ведь умертвие ни в чем не нуждаются. В общем, идиллическая утопия для тех, кто мертв. Ужаснейшая утопия. Так, мы сейчас, наверное, заберем с собой двух троллей. Надо было бы качать нам и посерьезнее-то, ребяточек, орков вот этих, прокачать на более серьезный уровень. Я так понимаю, что это третий уровень как раз прокачки, да, вот эта циферка. Хотя, не знаю, тут 5 написано. Так, берем вот этого, берем вот этого, берем вот этого, берем вот этого, берем вот этих всех крутых моих ребяточек. Берем с собой вот эту нагу. Вот эту нагу. Берем одного тролля, берем другого тролля. Нет, одного возьмем тролля. Нет, двух возьмем, ладно. Двух возьмем троллей. Давай налей. И погнали. Погнали вот сюдашечки. Пора платить зарплату. Офигеть, вот враги опять выходят, да? Значит, сюдашечки. Давайте, 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 топайте. Два хила, два троллямба. А где здоровенные мои бойцы? Я их почему не вижу? Да нет, вроде там должны быть. Так, тихо-тихо-тихо, давайте забивать их до смерти. Да блин, ну не тупи, камера. Так, опять одного хила уже укатали. Вы-то что там спрятались, стоят там? Так, одного хила укатали. Третий. Да вот нормальная армия, как раз самое то. Так, мы сейчас только отхилимся и погнали, погнали. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу, ребята. Пришло время мстить. Самое то, вот нам сюда. Кстати, а вы знали, что в первой игре Dungeons появляется некто Калипсо? Не путать с величайшей компанией Калипсо. Не знали? Что ж,
Хотел поразить вас этим важным пустячком. Да-да-да, вашим знанием. Вернуться к игре. Так, я хочу еще изучить чего-нибудь. А, у нас еще пока изучение нет. Земель, прямо на пересечении дорог находилась маленькая, но хорошо укрепленная деревня Зайчье Поле. Альянс сможет атаковать оттуда подземелье. Сейчас я ему покажу, что такое атаковать подземелья мои. Блин, надо, конечно, нам разрушить бы катапульту. Катайте вот этого типа. Опять двух хилов умотали. Пипец. Вот эти, конечно, вообще дикарки конченые. Просто пипец. Посмотрите, как она дамажит. Дикая женщина. Надо еще мочить. Их нельзя оставлять. Так, братан, давай мочи там. Так, тролля укатали еще. Ее мочи. Ну, жирного будем бить. А вот теперь давайте разнесем тут все к чертям. Ну как вам такое, а, людишечки поганые? Отвоевали вы свое. Так, без хила, конечно, тут тяжко. Пипец как будет. Вот так вот. Влюбить она тут меня вздумала. Со своими милыми лисами. Разбили тут милую гомосятину всякую. А мне тут с ней живи. Бок о бок. Подземелье вошли враги. Угу. Так, значит, еще одно пристанище осталось, да? Так, стопанись. Да, чумные земли. Местные умертвия порой устраивали большие тусовки, так сказать, ужастики вживую. Но все прекратилось с тех пор, как земли стали чудными. Так, опять этот хрен идет. Возьмем кого-нибудь покрепче. Вот где вот этот хрен обитает? Вот где вот он сейчас? Он, наверное, где-то все-таки в городе. Они вот тут. Не-не-не-не-не-не, ноги. А этот вообще здесь застрял. Он, представляете, он зашел походу в портал, и тут отсиживается где-то. Ну так и есть. Так, все, все там. Наши уже раскатали врага. Что уже приятно. Сейчас опять так же подхилимся и пойдем воевать вниз уже. Потому что отсюда тоже прут всякие упыри. Они мне совершенно не нужны. И получается вот это походу самое главное их. Ого, какая армия. Вы посмотрите, к нам идет сейчас в гости. Так, мне надо срочно улучшаться. Мы так долго улучшаем что-нибудь? Пипец, как долго это все улучшается. Когда все это закончится? Сколько можно ждать, терпеть сколько можно? Где троллямбы? Где тролль этот? Иди работай. Вперед, вперед, ковать давайте. То есть вот так вот хотел и вот это. Быстрее давай работать. Давай работайте быстрее, блин. Армия не терпит долгих задержек, промедлений. Так, кого тут можно еще покачать? Давайте еще кого-нибудь покачаем. Я бы орка какой-нибудь покачал. Давайте вот этого покачаем. Вперед. В вашем подземелье враги. Да там вообще капец, какая армия врагов.
Я ж поэтому и хочу, как бы это, надо нам по-быстрому улучшиться. Вот ты куда пошел? Какое золото? Ты на него еще не заработал, упырь. Золото. Да, опасные враги вот эти вот, ассасинки, вообще капец. Видели, когда они раздамаживают? Люто просто. Ба! Чего их в соплину разнесло? Так, давайте, короче, возьмем с собой еще орков. И никому не удалось завладеть исходным кодом. Игра не была разделена на две части. Разработчики даже ни с кем не ругались в социальных сетях и не спали с журналистами. В общем, разработка игры не отличалась разнообразием событий. Такая вот скучнейшая история. Да, было бы любопытнее, наверное, да? Такой разработчики мечтали просто поспать с какими-нибудь журналистками ради того, чтобы развивать. Так, меня тут нескольких ребят потащили уже. Давайте этого я сам перенесу. Иди. Запусти ты уже его, пускай отдыхает. Так, я все жду. Когда, где там этот тролль? Иди работай, тебе сколько раз говорить. Не, давайте, не. Ты не, подожди. Давай мы тебя заберем. Ты иди лучше тренируйся. Тут какой-то дохлый для тролля. Мне тут еще был один тролль. Здорово. Вперед. Потому что они нифига не развивают. Так долго это все развивается. Тут где-то же есть какая-то вроде способность, да, общее развитие. Для общего развития, чтобы быстрее развивалось. Обучение позволяет вашим существам быстрее повысить уровень. А, это чисто уровень повысить. Я бы хотел бы вот это развить побыстрее. Но что-то как-то пипец. Мы вот эту вот атаку развиваем уже 800 тысяч лет. Я не знаю, сколько уже можно терпеть. Сейчас наши подхилятся по-быстрому, и мы опять пойдем атаковать. Вошли враги. Да дайте мне спокойно вас поуничтожать, всех сопляков вас проклятых. Все, идут эти враги. Ох, идут. Ироды. Троллям потом качается. Качайся быстрее. Вот так вот, молодец. Бей правой. Почаще. Иногда левой. Где они там? Фига их там. Посмотрите, какая толпа прям идет. Ну сейчас мы вот их, ладно, завалим, а потом пойдем. Смотрите, уже практически их не пробивают. Лучницы, хотя тоже, знаете, я вам скажу честно, хорошие. Они очень хорошо гасят. Издалека. Давайте, вот этого тоже мелочи, эту пузатую. Сметите просто. В секундочку. Так, походу, возможно, даже пива еще уже сейчас не хватает. Смотрите, сколько нам тут что-то показывает. Походу, пиваса не хватает, да? Что такое? Или они все пиво просто сейчас вылокали? Вот в секунду у меня. Все запасы годовые, ё-моё. Так, ладно, давайте. Эти понизу золото, эти куда-то идут. Давайте собираем толпу и валим уже. Идем валить уже этих козлячих. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте даже шесть возьмем на всякий случай. Не, одного оставим. Ладно. То вдруг придут враги, а нас тут народу мало. Два хила. Да, тролль тоже, смотрите, качнулся. Идем вот в эту дырочку. Отсюда же, да, выходит или нет? Откуда там, как там выходит-то снизу эти упыри? Наверное, отсюда. Давайте мы пойдем сюда.
День зарплаты. Так, сохранение пошло. Так, давай-ка быстрее, 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 отвисай. Ага, значит, не здесь проход-то. Дорогие друзья, ну давайте попробуем. О! Да какого пса вы тут делаете? Опять там враги идут. Хочу посмотреть, как до сюда добраться, а там никак вообще. Ну, так тут вообще никак. Это получается, значит, не через верх, а через низ надо идти, я понял. Ой, то есть не через низ, а через верх. С другой стороны надо выходить. Мы выйдем вот через эти ворота. Блин, опять там идут толпа врагов. Фига, опять-то крупная толпа. Ну, а там разберутся, ребята, там у меня есть уже ребятишечки. Те разберутся. А это мы сейчас толпой зайдем. И быстро перекинемся. Вошли враги. Смотрите, еще одна толпа идет. Петушечки какие противные. Противные петушечки. Так, хватаем. Да хватает уже его. Ага, будь сзади. Не ломись спереди. Так, там враги зашли, да? Кто у меня тут остался? Что по поводу улучшения? Улучшения. Ваше подземелье, враги. Мне надо... Я уже это выучил? Уже изучено. Опять в моем подземелье враги. Не успели мы, там от одних врагов отделаться, да уже другие приперлись. Ладно, валим, валим, валим. Гоу, гоу, гоу. Пойдем шарабашечку вот эту разнесем просто. Ой, это кто здесь? Грифончик миленький, да, обитает. Какой милый грифончик. Держи, покрылышко. Хрось, хрось. Ребятки, ну-ка давайте им там раскардаш устройте. Идем дальше. На востоке чудных земель располагается небольшой лагерь Альянса, который стережет местные огороды. Он мало что сможет противопоставить толпе буйных орков. Да вообще ничто. Вы ничто, вы мусор. Востоке не смог противостоять Орде. Еще одна часть чудных земель освободила место для прекрасных гробниц, из которых в скорости восстанут мертвецы. Отлично. Я жду этого момента с нетерпением. Так, осталось нам, получается, только всего лишь один замок разнести, да? Да что тебе надо, крестьянин? Иди паши землю.
Ну ты же видишь, пипец, громозеки гигантские, они в два раза больше, чем ты. Куда ты своими вилами лезешь? Так, а тут-то что происходит? Или тут специальное место обхода, где мы должны типа пройти по суперсекретным тропам, чтобы пробраться вот в этот вот замок? О, волки! Тут, наверное, вожак. Книжку, наверное, дадут. Нет? Что такое, не укатали, что ли? А, вот тут есть книжка, ребята. Так, броня плюс один. А, на кого поставим? Да, наверное, давайте вот на этого. Иди, бери. Так, тут уже вроде что-то изучено. Я бы усилил бы орков. О, что это такое? Призыв боевой собаки. Я хочу такое. А это что такое? Громкий боевой клич. Орочья кожа. Напоминает оркам, что следует использовать меньше детские присыпки для того, чтобы вернуть коже естественную грубость. Увеличит броню всех орков. Да! Естественная грубость решает. Так, идем сюда. Медведи. Мы что тут сейчас весь зоопарк перебьем? Что мы сейчас в дикие земли залезем и перебьем весь зоопарк? Вот так вот. Орки-то здесь не шуточные. Так, смотрите, это я просто кругаля навернул, да, такие странные. Ладно, давайте сюда. Кто там? Кто там? Я видел, кто-то пробежал. Людишечки идут. В подземелье вошли враги. Эй, вы! Куда гребете, твари? Мы вас не догоним, ну стопэ, ты чё вы? Давайте драться по-честному. Эй! Вы там! На том берегу! Да идите вы в пень, короче. Не знаю, куда они там направились, наверное, к нашим. А мы к их. Как вам такое? Пока немцы брали Россию, мы пошли и забрали Германию. Вот типа того же. О, смотрите, дриады. Давайте-ка уничтожим. Дриады же? Это кентавры просто обычные. Так. Все, мы там разобрались, идем дальше. Так закрой ты мне уже эту панель. Так, нам как-то надо сюда попасть. Давайте смотреть как. То смотрите, еще какой-то проход есть. Какие-то странные места. Это что такое вообще, непонятно. Какие-то лестницы там нарисованы. Что за лестницы? Уничтожаем! Айне Клейне! Уничтожаем! На севере чумные земли. О, колдун. Ограничивало непреодолимость. Колдуна, колдуна мочи. Монолитного льда. Он же слабак. Никто не знал, что там за стеной в северных пустошах, хотя преобладали слухи об ужасных чудовищах и всем таком прочем. Однажды абсолютное зло с удовольствием проведет там отпуск. Это что за книга? Шанс нанести критический удар. Так, кому дадим? Ну да, пускай давай тут уже у нас орк будет какой-нибудь. Какой орк? Ну давай ты будешь. Тулак, почти как Тупак. Тулак Шакур! Будем звать тебя. Так, сейчас мы отхилимся и пойдем тоже воевать дальше. Так, что у нас тут еще есть? Какие еще есть места, которые, где мы можем что-то тут завоевать у вас? Давайте сюда сходим. Здесь тоже что-то интересное. Смотрите, как это Чупакабра тут сидит. О, тут тоже что-то. Чумные земли оказались захвачены. Ух ты! Одна область была настолько пропитана злом, что там уже ничего не могло вырасти.
Ее быстренько окутали чарами и оградили огромной стеной. Вход туда можно будет найти, вероятно, только после того, как все остальные чудные земли падут. Ага. Намек понял. Разнесем. Убьем, уничтожим. Шикарное место, очень милое. Зачем огородили? Непонятно. Столица чудных земель располагалась на северо-западе страны. Хипстер Бридж. Согласен, ужасное название, но что поделать. Хипстер Бридж. Прикольно. Несмотря на смешное имя, Хипстер Бридж очень хорошо охранялся и был готов всеми силами отразить нападение. Орде придется сильно постараться, чтобы снова превратить город в чумные земли. Так, я отхиливаюсь, я вроде уже отхилился, да? Мне бы манный, конечно. Фу, ну я чувствую, здесь будет замес замесов, ребята, потому что это главное здание. Ну погнали. Хипстер Бридж! Мочим. Теперь вот этих. Ладно, ну аккуратненько, не торопимся. О, армия идет. Возможно, придется отойти. День зарплаты. Блин, опасные ребята. Подождем. Не, идем сюда. Отойдем сюда. Ах ты тварь! Обеть! Тогда все караем. Да блин, иди сюда. Да чего же неудобно сделано. Вот это я понимаю. Кто там стрелял? Ты стрелял? Че ты меня постреляешь? Вот этого, ну-ка, лучнику объясните. Еще как вошли, так и уйдут. Это я вам гарантирую. Так, ну мы вообще как-то четко всех разобрали. Даже какую-то армию тут небольшую, да, мы расковыряли. Давайте-ка разничтожим вот это место. Че, не добили, что ли? А, добивайте, давайте. Опять тут один идет. Потопали, разносить их места респауна. О, циркушечку эту надо расхерначить. Мочи! Вот так вот. Вот это место. Мочи! Вот так вот. Кто тут еще ко мне? Точнее, кто на меня? Я тут не вижу даже этих тел, которых надо разорвать на мелкие части. О, отлично. Будешь что теперь покушать. Миска-то сколько человеческого. О, вот же главный замок. Мочи его. О, колдун. Колдуна мочи. Не знаю, мне все надо все мочить. Мочи все. Давайте дадим тут святого. Святого адского ора. Вот это я понимаю, мы разобрались с этими несчастными людишечками. Чудные
земли стали достоянием истории, да здравствуют чумные земли. Еще да! немного, и мертвецы вот, смотрите, вот снова восстанут. Скелеты, зомби, белые бродяги. Хотя последних может и не быть. И они восстали. Честно говоря, их было меньше, чем рассчитывало пораженное зло, но тем не менее, силой мысли оно коснулось их, чтобы приручить и подчинить себе. Но зло не преуспело. Кто-то уже овладел ими. Из усыпальницы на востоке поднялась огромная фигура и произнесла, обращаясь к абсолютному злу. «Здесь вы не властны. Ага. Я подчиняюсь лишь приказам короля Гондора, то есть абсолютного зла. Короля Гондора. Живые, пришло время умирать». Абсолютное зло такого не ожидало. Да вообще не ожидали. Похоже, какой-то самозванец пытался присвоить себе его титул. Хотя с этим оно разберется позже. Вначале нужно было устранить угрозу, поскольку умертвие явно собирались на битву с Ордой. Вполне очевидно, что кто бы ни управлял умертвиями, делал он это откуда-то из пустоши. Чтобы устранить угрозу, абсолютному злу понадобится отправить туда войска. Пойдем уничтожим. Так, это куда мне надо? Сюда, получается, да? Ну так пошли. Королю Гондору. Подожди. Ну-ка, давайте вот эту вот штуку деревянную разломаем. То, видите ли, разошлась она тут. Не на шуточку. Так, и давайте сюда. А я пока по-быстренькому в город спущусь, подымусь, зайду. Смотрите, золотишки-то практически нет уже. Золото практически все добыто. Так, давайте смотреть, где еще есть золото. Вот еще есть золото. А то осталось уже 3000 всего золотых. Давайте все это добывать. Шпек. Вот, там как раз у нас есть золотая жила. Это очень хорошо. Как и вот тут вот. Хопа. Хоп-хоп. Так, ладно, давайте. Мы здесь. Уже всех разнесли, идем дальше. Что-то я очень сомневаюсь, что он там не составит какую-то опасность. Мне кажется, мы сейчас его разломаем, он даже ничего подумать не успеет. Так, что я тут еще могу сделать? Так, это мы уже изучено. Давайте вот это изучим. Конфетка от кашля творит чудеса. Боевой клич капитана орков теперь разносится дальше. Пускай будет. Хотя псов тоже можно было призвать. Псы-то, наверное, поугарнее, да, будут? Эй! Ты! Ничтожество костлявое! Выходи на бой, праздный! Давай! Ты-то здесь откуда затесался? Ты пришел в ничтожество говорить? Такое. Я пришел один тут воевать буду. Так, подожди. Здесь кто-то есть. Тут кто-то затесался, мелкий кто-то. Между нас крупных. Снова появилась та же фигура, что мы уже видели прежде. Существа неописуемого зла замерли в замешательстве, не зная, что делать. Еще? Дурак! Я же предупреждал, не начни гражданскую войну, ибо ты за это заплатишь! Я дурак? Или... С этими словами загадочная фигура вновь исчезла. Может, она плохо позавтракала? Ну да ладно, в усыпальнице прибывает царь скелетов, которого надо перемолоть в костную муку. Это он, не наверное... заставляйте его ждать. Это, наверное, он про царя скелетов все-таки говорил. Да, типа, что он дурак-то, он-то зачем гражданскую войну развил? Правильно говорят, урон плюс 15%. Давайте кому-нибудь, пускай это будет, например, Тролямба. Тролямба, иди, бери. Ты заслужил. Смотрите, там что-то опасное, там ловушки. Сюда нужен срочно ассасинос. Уничтожай! Так, сюда нужен ассасин. Он бы отключил нам ловушки. Блин, а то нам еще просто понаполучаем, пока идем. Не кисло так причем. Сюда, быстро.
Блин, умерла одна нага. Ё-моё. Вот такие вот поля опасных ловушек. Там тоже ловушки. Получается, мы сейчас можем спокойно пронаблюдать, что такое, да, играть, например, за скелетов, за расу скелетов. Какие у них постройки, да, вот смотрите, какие у них интересные ловушки, какие-то паровые ловушки. Тут батрачит какой-то хмырь. Ха-ха, пойдемте посмеемся над его муками. Ха-ха-ха. Человека поймали и заставляют на его работать. Подземелье вошли враги. Некроманты, что ли? Ну и плевать на них. О, крысы. Просто камнями там тролль закидал их. Как мусор какой-то. Подземные катакомбы служили домом не только бесчисленным умертвием, но и гигантским крысам. Ага. Вполне возможно, всемогущее зло могло бы этим воспользоваться, зная, что крысы не прочь полакомиться косточками и стравить соседей друг с другом. Мы тут были. Мы с той стороны зашли. Получается, с этой стороны мы вышли, тут была вот эта вот ловушка, там еще ловушка, и все. То есть нафиг нам сюда идти, мы нам наверх надо. О, еще книжка, я чуть сразу не заметил. Не получает зарплату. Ну, это мне не сильно. Мне бы на урон, знаете. Ну да ладно, давайте кому-нибудь додадим. Вот ты не получаешь зарплату. Черт! Хозяин, ну за что так? Не получаешь, я сказал. Идем дальше. Не знаю, скелеты против орков, по-моему, вообще не катят. Ну, вы прикиньте, скелеты какие-то, да, которые там, ну, скелеты вот. Вот это вот, косточки ходящие. И орки. Мышцы просто стальные, которые могут просто взять за одну ногу взять человека, за другую, а другой рукой за руку и порвать пополам. Здесь покоятся мертвые. Да, и ты будешь тут покоиться не здесь. Место живым. То заткнись. Познакомься с моим мечом. Ледяной вой голоден. Очевидно, переговоры тут не в чести. Поэтому могущественное зло выбрало самую целесообразную в таких случаях тактику. Лупить, пока не перестанет бить. Давай, мочи. На камню, похаря. Вот эта тактика вообще нормальная, с троллямбами. Ну чё, хмырь, не пожалел еще о своем решении, это против зла-то пойти, против истинного-то, а не преклонить свое поганое костлявое колено перед нашей мощью. Умри тогда, поди на землю и грусти в вечных муках. Царь скелетов был не в состоянии противостоять созданиям неописуемого зла и под их мощными ударами обратился в пыль, как вампир на солнце. Мусор. Как настоящий вампир, а не эти рохли из сумерек. У мертвия в особый восторг не пришли и упорно отказывались подчиняться абсолютному злу. Очевидно, их что-то останавливало. Однако без предводителя они больше не представляли угрозы. Совершенно неуправляемые, они бестолково бродили взад-вперед. Поэтому абсолютному злу они были совершенно бесполезны. Тогда зло стало пробиваться к королевской гавани, чтобы уничтожить оставшиеся там силы Альянса. А, мы все, да? Победили, победили. Я тут пошел еще разбираться, думаю, что там за нечисть бегает. Все пытаются подколоть сумерки. Все пытаются подколоть сумерки. Реально. Если идут разговоры про вампиров, обязательно кто-нибудь да подколет сумерки. Ну что, ребят, мы справились. Справились отлично, по-моему. Разобрались с этим злом, уничтожили скелетов. Теперь у нас на подходе, наверное, что-то очень интересное. Давайте посмотрим, что там за компания, что пока нам Альянс еще же. Сражался с Ордой на западе. На востоке все было по-прежнему тихо. Однако несколько демонов начали войти. Пока абсолютное зло откликалось на демонов и умертвий, войска Альянса перегруппировались.
Молодой король Джоффри стал преемником короля Роберта и твердо вознамерился отомстить за смерть отца. Для этого он устроил важный династический брак. Он пригласил всю знать королевства, чтобы собрать все войска в одном месте. Объединенными усилиями они нанесут главный удар Парде. Эй, молодцы вообще, молодцы. С юмором хорошо, а с этими с подколами тоже хорошо у них все. Мне нравится. Ну что, дорогие друзья, не забывайте ставить, комментировать, делиться и подписываться. Интересно будет, что в следующих миссиях пойдем, наверное, вот на эту. Пока сходим, посмотрим, что это такое. На западе. Вот. Сходим на ту миссию, потом пойдем, наверное, к королю Джоффри, надаем по соплям. Вообще здорово, очень мне нравится. Единственное, говорю, только пока что смущает, это то, что огромное количество прокачки. Надо очень много всего качать. Хочется, вот мое личное желание, оно не дает мне покоя, мне хочется всегда раскачиваться до максимума. Но тут не получится так сделать, тут надо выбирать что-то конкретное, качать понемножку. Ну и так вот развиваться, это немножко меня останавливает. А так, в принципе, все очень здорово. Хорошая игра, не перестану повторять, мне она очень нравится. Надеюсь, нравится и вам. Не забывайте ставить, комментировать, делиться и подписываться. И обязательно вступайте в группу ВКонтакте. Там будем общаться, переписываться и узнавать много всего интересного совместно. А с вами был Станислав. Всем спасибо за внимание. До новых встреч, друзья. Всем пока.